Всем привет, вы на канале Bodybuilding Russia. Цикл роликов про самое крутое спортивное питание продолжается. Сегодня у нас коллаген с мартини от компании GLS. Купил эту упаковочку за 617 рублей на Озоне, 120 капсул. Решил посмотреть, какой у нее состав. Так вот, оказалось, что в 4 капсулах данного продукта содержится 700 миллиграмм коллагена. Во-первых, ребята, коллаген научно доказано исследованиями, научными статьями, работает в дозировке от 10 до 15 грамм. Это первое. Во-вторых, получается, что во всей этой банке, с учетом того, что в 4 капсулах 700 миллиграмм, 21 грамм чистого коллагена. То есть этой банке вам на 2 дня, чтобы он работал. Если даже смотреть по мартини, то я почитал и про нее тоже. Производители другие рекомендуют пить мартини в дозировке 1000 миллиграмм здесь. Здесь же в 4 капсулах 200 миллиграмм. То есть получается, вам нужно в 5 раз больше пить, даже с точки зрения мартини. То есть за раз не 4 капсулы, а 20 капсул. Итого, по мартини вам получается за один раз 20 капсул пить, а по коллагену вам, чтобы он работал, за один раз 60 капсул нужно пить. Дальше начинается самое интересное. Удивляют, конечно, отзывы, которые оставляют люди. Купила маме, помогает. Мне кажется, вы помогли только компании GLS набить свои карманы. Что там у вас может помогать от 700 миллиграмм коллагена? Он не работает в этой дозировке ни для суставов, ни для связок, ни для кожи, ни для чего вообще. Но посмотрим дальше. Тут же прямо на зоне, рядом с этим коллагеном стоит тоже коллаген говяжий, точно такой же, от компании GLS в порошке. 180 грамм стоит 575 рублей. Давайте посчитаем стоимость грамма. Переводим, и получается, что стоимость 1 грамма коллагена в порошке стоит 3 рубля. Давайте посчитаем этот. Здесь у нас 21 грамм чистого коллагена, и он стоит 617 рублей. То есть стоимость 1 грамма приблизительно 30 рублей. То есть вот за эту упаковку вы переплатили в 10 раз больше, чем вы купили аналогичный бы коллаген от этой же компании в порошке. То есть, грубо говоря, вот эта банка вам обошлась бы в 5750 рублей, если бы это был порошок. То есть получается, что вы переплатили в 10 раз больше, чем если бы вы купили аналогичный коллаген этой же компании, но в порошке, и не получили еще никакого результата. Ну, я всегда думал, где же у нас все миллионеры-то в России? Так вот они, 25 тысяч отзывов положительных на этот коллаген у нас на Озоне. Вот они у нас, оказывается, где все миллионеры. Они у нас тусуются на Озоне и скупают вот такие вот продукты. Особо хочу отметить, что у нас сейчас не идет речь даже о качестве этого продукта. Нам еще предстоит сдать его на анализ и посмотреть, какое качество там коллагена. Сейчас мы говорим только о том, что вы переплатили в 10 раз больше. По факту купили вот эту банку почти за 6000 рублей. При этом вы пьете его в дозировке, рекомендованной производителем, и не получили никакого результата, и не получите никакого результата. Прежде чем принимать продукты, вы хотя бы почитайте о том, какая нормальная дозировка должна быть, чтобы работал тот или иной продукт. Ну что, у нас налицо, так сказать, одна из проблем России, и в этом случае это явно не дороги. Больше мне сказать по поводу этого нечего. Мы сдаем его на анализ, посмотрим, какое качество у этого коллагена. Все, всем пока.